В загородных лагерях Чувашии началась первая смена. Родители, отпуская детей на самостоятельный отдых, должны быть уверены в их безопасности. Как она обеспечивается в детском оздоровительном лагере «Звездный», выясняли сотрудники прокуратуры республики. Посторонним вход воспрещен. Первый человек, которого встречаешь в «Звездном» – охранник. Чужого в лагерь не пропустят. Оборудовано специальное помещение, в котором ведется видеонаблюдение за всей территорией лагеря. Здесь же автоматическая пожарная сигнализация. У нас здесь камеры видеонаблюдения представлены. То есть лагерь 24 часа в сутки под наблюдением. До открытия лагерной смены «Звездный» прошел проверку всех надзорных органов. И сейчас сотрудники прокуратуры убедились, что дети под хорошим присмотром. Но все же руководству лагеря было рекомендовано заменить деревянные заборы на более надежные. А вожатым напомнили, что они в первую очередь отвечают за безопасность детей. Вопросы безопасности наших детей – это главный вопрос, в принципе, начиная от вопроса безопасности питания и кончая безопасностью жизнедеятельности. Поэтому мы надеемся на вас. Вы молодые, горячие, ответственные люди. Поэтому думаем, все в ваших руках. Я сам был вожатым, я прекрасно знаю, что бывают такие моменты, когда хочется там с детьми пойти там в поход, куда-то там провести всем труд-рабу, интересное мероприятие. Да, бывает. Но перед этим мероприятием я советую вам 10 раз подумать. Если вы не уверены, что по итогам этого мероприятия с детьми не будет все нормально по итогам его, то лучше пожертвовать какими-то внутренними амбициями, какими-то, может, возможностями лишний раз удивить детей, но зато сделать так, чтобы все были живы и здоровы. Все вожатые перед работой прошли подготовку. Конечно, в первую очередь они отвечают за безопасность детей, но кроме этого делают отдых ребят интересным и познавательным. Мне здесь больше всего нравится то, что каждый день какое-либо мероприятие, каждый год что-то новое. Мне нравится, что тут каждый вечер проводится либо какой-нибудь конкурс, либо дискотека, либо кинофильм. Еще мне очень нравится, как тут в столовой готовят, нравится, как тут все организовано, как здесь красиво. 3-4, наш отряд! Первая профильная смена собрала в «Звездном» юных художников из всей Чувашии. Мы учимся в художественной школе, у нас специальное направление в этом лагере. У нас проводятся пленэры, они очень интересные. Нас учат рисовать, еще лучше закрепляем мастерство. На вторую смену лагерь ждет юноармейцев. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.